6-я гонка чемпионата. Невероятно сложная гонка. Самая трудная пока что трасса. По крайней мере, на том автомобиле, на котором мы можем выступать. Медленный, не разгоняющийся совершенно. Третий. Базарил все преимущество. Причем от лидирующей тройки я отстал безнадежно, похоже. Ух ты, я третий. Что-то там случилось у них. Пятый. Последний круг. Должно какое-то чудо произойти, чтобы я все-таки попал в тройку. Второй, друзья, ни хрена себе. Так, я закинул пузырь, там по-любому преследователь в него попадет, потому что это узкий коридор. Вернуться нельзя. О нет, меня все равно обошли. Третий. Ну, троица третье место меня устроит. Конец заезда, друзья, я третий, отлично. 4.43.
3. Хорошее время показал. Всего на 2 секунды вторым, я пишу, вторым даже. На 2 секунды всего лидеру прыгал. Всем спасибо, всем пока.